С момента начала пандемии в Пермском крае подтверждено 36 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поборовших болезнь 30 017 человек, умерших 2326. По данным оперштаба, на карантине 4608 жителей края. В Березняковской больнице имени Вагнера 103 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. На карантине находятся 949 березняковцев. На больничных койках Соликамска с ковидом 102 пациента, 91 из них – житель нашего города. Выздоровело за весь период 1296 человек, скончался 21. В режиме домашнего карантина наблюдаются 42 соликамца. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».